Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. Сегодня 17 декабря 2021 года. И по просьбе Елены, мамочки нашей Лилуши, я связала шапочку, как вязала маркизочки в Москву. Это пух енота. Связала шапочку с заворотиком, потому что Лилушка у нас еще малышка, она еще будет расти. И вот с вывязанными ушками, ушки не ложные, то есть ушко туда помещается. Заворотик это вот здесь, отворотик, заворотик как манжетка. Но эта шапочка действительно по размеру Лилуши вот прямо сейчас и к отправке. Лилуша уезжает от нас через неделю, и за неделю она сильно в размерах не изменится. Но Лилушеньке только 3 месяца скоро исполнится, и, конечно же, она еще будет расти, поэтому на всякий случай я вяжу шапочку из детской пряжи с бамбуком гипоаллергенную, с рюшечками. Прям вот как для Снегурочки будет с такой короной шапочка. Если мамочка Лилуши захочет такую шапочку, то можно будет приобрести у моей дочки. Отправлю в город 2 комплекта. Почему комплекта? Потому что для Лилуши мама Елена заказала такое же платье, как и для маркизы. Я вязала из этого пуха енота. И я думаю, что на момент отправки, конечно, Лилушке будет тепло так ехать до Москвы. А потом надо будет, конечно, будет расти собачка и увеличиться в размере. Сейчас, поверни ее спинкой, какого она размера. Ну вот с ладошку, как и маркизка наша была. То есть, понятно, что такой с ладошку она не останется. И поэтому хочу связать 2 комплекта для Снегурочки, новогодней принцесски Белоснежки, из белой пряжи с бамбуком. И вот пух енота в это вот... К этой шапочке будет еще платьице с рюшечками, как у маркизки было. Вот. А еще Лилушку можно раздеть и отпустить. Вот на сегодняшний день в нашем питомнике без отправки в другие города можно приобрести много готовых шапочек с открытыми ушками, с закрытыми ушками в Санкт-Петербурге. У моей дочки более 100 готовых изделий и для мальчиков, и для девочек разного приразного цвета. А еще в этом видео я хотела рассказать и показать фото-видео приветики от выпускников нашего питомника. Ну, в первую очередь, это от Рисочки, которая уехала буквально несколько дней назад. И сообщения, конечно, фото мне прислали сразу. Но, к сожалению, у меня было много дел, я не успела сделать видео отдельно. Во-первых, с благодарностью для мамочки Ириски за подарки для Даришки. Поэтому сегодня хочу в этом видео рассказать и показать вам Ирисочку, прочитать сообщения от ее мамочки, которые вот они мне прислали. Добрый вечер, Марина. Большая благодарность за Нетанию. Ну, мы с вами помним, по документам Ирисочку зовут Нетания Ирис. Ну и сокращенно, ласкательно, конечно, ее зову Ирисочка. Так же, как наша Патрисия Лило, она Патрисия, но я ее дома Лилуша зову. Она окраса Лилова. Мишута! Миша будет сейчас наказана! Всем она очень понравилась. Красоточка, приехали домой, в дороге не написала и не срыгнула. Весь вечер ее интересовали только мы, особенно дети. Я вчера пребывала в полной идиллии, как все душевно происходило. Она была очень спокойна, поела сухой корм, немножко яблочко без кожуры, попила водички, играла со всеми и потихоньку осваивалась. Это мне хозяйка Ирисочки описывает первый день, проведенный в новом, первый вечер, проведенный в новом доме. Спала отлично, сегодня сходила по-большому, все сформировано, конечно, пока не на пеленку, но это нормально. Сегодня более активно, но мне кажется, что все естественно и в порядке, без переборов. Очень ласковая и любознательная с восклицательным знаком.
Очень похожа на бельчонка с восклицательным знаком. Шерстка очень мягкая и нежная. Не стеснительная, без стресса, как будто мы все друг друга давно знаем. Единственное, с нашей собачкой пока нужно время. Наша Еджина заревновала, прыгает, как малыш, ко мне на руки, сидит и пыхтит. Но не Таня за ней бегает, хочет внимания и игры. Спасибо огромное за не Таню. Расскажите там... Так, фу, тру-ту-ту. Все, в общем, благодарности и фото в таком, ну, в домашних условиях. Просто Ириска уснула на руках, просто спит на руках. Ну, меньше ладошки нашей Ириска. Перед отъездом я Ирису взвесила, она... весила 200 кило, значит, Ириске завтра, 18-го, исполнится 5 месяцев. Это вот Ириска в новом доме, вот такое фото, вот она Ириска. Так что с Ирисочкой все здорово и все замечательно. Вот, а я в ответ на теплое, доброе сообщение от мамочки Ирисочки хотела тоже ее поблагодарить за подарки для нашей внучки, моей внучки Даришки, которые тоже очень-очень понравились моей дочке. Это развивающие игры, которые Даришка с удовольствием играет с моей дочкой. Они будут познавать этот мир благодаря вот таким развивающим игрушкам. И мы все очень-очень тоже благодарны мамочке Ириске Мириам за такие нужные, полезные в этом возрасте для формирования и развития ребенка подарки, развивающие игры, обучающие игры. И Даришка на этом видео, у меня просто выключен звук, говорит спасибо, спасибо тете за подарочки, спасибо тете за подарочки. И я, конечно же, присоединяюсь к Даришке, к Катюшке. Говорю еще раз огромное спасибо за вкусняшки для нас и подарочки для Даришки. Даришке 28 декабря исполнится 2 годика. И, конечно, у нее такой возраст, когда она интересуется буквально всем. И в данный момент, как, конечно же, она с удовольствием с мамой занимается развивающими игрушечками. А еще сегодня мне прислали сообщение от выпускника нашего питомника. Это прошлогодний помет от нашей Тессоньки. Помет на букву В, в котором были Вильгельм, в котором были, значит, ох, как много видео мне прислали, фото. Винсент. Винсент Монами, который очень-очень похож на Бориса. Я сейчас вам покажу фото. Сегодня Винсенту исполнилось 1,5 годика, и мне прислали много-много фото и видео мамочка нашего Винсента с благодарностями за ребенка. Вот такие вот поцелуйки, обнимашки. Сейчас я попробую покачественнее поймать, чтобы подсветки не мешали мне, и показать вам, насколько... Малыш похож на... Так. На нашего Бориса. Вот Борис тут лежит. Вот такой он сплюшенька Винсент под одеялкой, под пледиком мягким. Так, это щенки буянят у меня. Вот такой в лежаночке. Ну, копия Бориска. Только немножко окрас по рыжее. Вот он, наш Борис, тут лежит с девчонками. Ну, это вообще у нас любимая поза не только Бориса, но и всех собачек. И выпускника нашего питомника Винсента Монами. Бориса по документам зовут Винсент My Love Fantastic. И так как этот малыш был очень-очень похож на Бориса, я решила его назвать в честь нашего Бориски Винсент. Только приставку сделали Монами, мой любимый. А вот он живет тоже не один, он живет с приятелем, они кастрированы. Два мальчика дружно живут вместе. И мне, кстати, так понравился дружок нашего Винсента. Еще тогда, когда Винсент переехал в новый дом, он живет в Нижнем Новгороде. И
Он же друг нашего Винсента, длинношерстный, шоколадный, с белой грудью, такой красивый, прекрасивый. Вот мне с тех пор так захотелось такого же окраса собачку, именно длинношерстную, как вот друг нашего Винсента. И я купила себе мишку. Вот, привет из Нижнего Новгорода. А тут видяшка, как они играют. Сейчас попробуем аккуратненько. Ой, нет, не хочет так показываться. Звук я отключила, потому что мои собачки реагируют. И, да, и начинают лаять очень громко. Вот такой темно-темно-горький шоколад, как наша Мишута, мальчишка с белой грудкой. Такой дружок у Винсента. Да, Юлька, ты красотулька. Ну, это да, это любимое занятие, на самом деле, всех чихуашек, поймать мамину прическу. Вот у меня то же самое. У меня все резиночки с волос снимаются и вырываются, и постоянно утаскиваются. То есть, вот такие поцелуйки. Вот резиночку с волос надо обязательно у мамы стянуть, утащить и играть с этой резиночкой. У меня поэтому в запас уже куплены мешки вот этих резиночек, и можно сказать, они у меня используются как одноразовые. Собрал волосы, стянули с волос, ребята, и вперед за новой резиночкой, потому что обратно ее уже никто не отдаст. Вот и посмотрите, сама нежность. Как раз недавно я читала комментарий с вопросом, как живут выпускники наших питомников. Вот так вот, с мамой на кроватке, в обнимашках и в поцелуйках, и в играх веселых. А как жить чихуашкам? Вот так, по-наглому, на мебели играться. Вот такой вот он некрупный мальчишечка. По соотношению к обычной мебели в квартире. Живет на диване, ну, как положено чихуашке. Все чихуашки такие. Подушечки диванные. На то и собачка-компаньон. По дивану он бегает. Компьютеру подбирается. Очень-очень много видео. А это прогулка. Ой, как несется, как метеор. Дорогие друзья, очень-очень приятно получать вот такие фото-видео-приветики от выпускников нашего питомника, особенно спустя вот полтора года, два, три, когда они уже выросли, повзрослели и, конечно же, очень изменились, стали взрослыми собачками. Действительно, и приятно, и на душе становится спокойно, что ребята счастливы и любимы в новых семьях. Так, ну здесь почему-то у меня... А вот это видео сейчас оно без звука, но я его смотрела со звуком. Здесь Винсент стоит и лает на своего друга, потому что его друг занял лежанку Винсента. И он лает и хочет его выгнать из этой лежаночки. Миша! Хулигань. Мишута промышляет у меня тоже тут. Лишь бы где бы схулиганить. Отвоевывает Винсент свою лежанку. Миша, слезь, пожалуйста, вот схулиганишь мне там вязание. У меня там костюмчик готовится для Лилушки. Вот такой, правда, на Мишку похож? Миша, это вообще не тебе, ворует она у меня все там, Миша. Пока я показываю вам видео, она у меня ворует. Ну, прелесть. Вот так живут выпускники нашего питомника в новых семьях. И если вам интересны наши видео, если вы так же, как и мы, любите маленьких щеночков, котяток, черепашаток, мышаток, хомячаток, и даже черепашек и попугайчиков, и
других разных животных. Оставайтесь с нами и не пропустите следующее видео, в котором я буду показывать крольчат и рассказывать о содержании кроликов, плюсы, минусы и разные секреты, о которых, может быть, некоторые люди и не знали. Прощаемся с вами ненадолго. Увидимся в новых видео. Хорошего всем, дорогие друзья, настроения предновогоднего, хорошей погоды. И до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам. А в нашем питомнике еще 8 щенков породы чихуа. Ждут своих мамочек и папочек. Индивидуальные видео всех щенков на продажу можно посмотреть в плейлистах на канале нашего питомника. Всем пока-пока!